Проект «The Pink Floyd Show UK» стартовал в августе 2012 года в Германии. Тогда он буквально взорвал мировую арену. Желающих услышать хиты легендарной группы стали сотни тысяч человек. Впервые концерт обновленной британской группы из 10 профессиональных музыкантов прошел в прошлом году в Варшаве и имел большой успех. Затем состоялся тур по России. Уникальное шоу было представлено в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Абаканах и Красноярске. Этой весной двойной концертный альбом «Pink Floyd» прозвучал еще в 14 городах. Сочи стал завершающим городом тура. В лазерном шоу с профессиональным звуком и видеоинсталляцией прозвучат 20 лучших музыкальных композиций из «Pulse» и другие произведения. Мы придерживаемся традиции, основанной участниками Pink Floyd, и на концерте вместе с двумя детскими вокальными сочинскими студиями исполним песни «Гимн школьного протеста» «We Don't Need Education». Самое впечатляющее лайв-шоу в Европе состоится в концертном зале фестиваля 16 мая в 20 часов. Участники британской группы обещают уже в следующем году приехать вновь на курорт с новой программой.